Всем привет! События, которые сейчас происходят в мире, заставляют меня снять особый обзор на эфирный бленд, который называется «Мир», буквально «Peace». И это призыв не только к тому, чтобы накал страстей остановился и перестал накручивать этот механизм, вовлекающий всех в себя своей агрессией, своей нечеловечностью. Абсолютно весь мир желает, чтобы эта ситуация закончилась в том или ином ключе. Она должна разрешиться. Ну и, конечно, большинство из нас понимает, что этот конфликт накапливался годами, и просто так он не возник. Поэтому слово «мир», он глобальный, в глобальном понимании, и, конечно, мы должны начинать с себя. И сегодня обзор эфирного бленда «Peace» касается в первую очередь нас, наших состояний, и нашей трансляции тех намерений и того восприятия, которое мы сейчас принимаем на себя. И это то, за что мы можем действительно отвечать прямо сейчас. Ну, а на что мы можем влиять прямо сейчас? На состояние своей психики. Во-первых, справиться с колоссальным стрессом. Давление извне, мы понимаем, что есть больше и гораздо больше силы, чем мы. И вот это вот ощущение пустоты, но желание что-то сделать, оно просто разрывает в клочья. Стресс колоссальный, кортизол повышенный и синдром усталых надпочечников мы уже все на себе ощущаем. Расслабиться сложно, сложно переключиться. Просыпаясь ночью, ты все равно продолжаешь возвращаться в эту реальность, которая вдруг нас всех окутала. С другой стороны, есть другая задача. Это гибкость психики и адаптивность психики. Это колоссально сложно сделать на фоне стресса. Но настолько быстро все меняется. Каждый час новостная лента дает новые и новые сюрпризы. И предела этому не будет. Пока нет точки даже на горизонте, там, через полгода или через год, когда наступит конец этой тяжелой ситуации. Поэтому мы себя поддерживаем в двух ключах. Снижаем стресс на физиологическом уровне, регулируя гормональный фон, влияя на гормональный фон за секунды, применяя эфирные масла, и наращиваем адаптивность нашей психики. Наши нейроны могут быть гибкими, пластичными и менять отношение к действительности, ну, хотя бы в шаге один день вперед. То есть сегодня мы получили новости, обработали, завтра мы живем уже в другом контексте. Вот так работают эфирные масла. Давайте разберем поэтапно. Есть физиология применения эфирных масел. И после нее мы, конечно, с вами перейдем к составу бленда Peace. Физиология. Мы берем одну каплю на ладони, и все, что нужно сделать, это глубоко дышать. Практики дыхания – это уже великолепное восстановление сердечного ритма, дыхательного цикла. И мы буквально замедляемся, погружаемся в ситуацию здесь и сейчас, отвлекаясь от той ситуации, которая нам навязана. Но вместе с каждым вдохом мы забираем себя и биохимию эфирных масел. Что это такое? Это богатство молекул. Те молекулы, которые проникают в наше тело, они мелкодисперсные. Альдегиды, спирты, фенолы, терпены, сикситерпены, кетоновые группы. Разные-разные составляющие, которые мы забираем в себя с каждым вдохом. И эфирные масла действуют в двух направлениях. Первое направление. Забирая эфирные масла через альвеолы в наших легких, проникая в кровоток, мы получаем эффект на все тело через кровоток. И второй эффект – это воздействие на лимбическую систему. Та система, которая находится под нашей подкоркой. Это основа головного мозга, древняя, рептилоидная, где находится как раз управление всей эндокринной системы. Мы боимся, мы расслаблены, мы счастливы, нам страшно. Вот это все по кругу, и гнев, агрессия, и радость управляется через гипоталамус. Тот маленький орган, внутренние секреции, которые находятся в лимбической системе. И через нос эфирные масла напрямую воздействуют в гипоталамус. А гипоталамус уже дает сигнал в щитовидную железу, в гипофиз и на все органы внутренней секреции, на все железы внутренней секреции, меняя наш гормональный фон. А что такое меняя гормональный фон? Это значит и меняя наше состояние, наше настроение. Нервная система от эндокринной неразлучно связаны, они вместе. Если нам грустно и плохо, у нас точно повышен кортизол. Если в крови мы чувствуем дофамин, серотонин, нам просто радостно, прекрасно. И этим можно управлять. Эфирные масла так и работают. За секунды, я бы даже сказала, за доли секунд, снимают напряжение
и выравниваем гормональный фон. Так быстро, просто по щелчку пальца. Итак, давайте перейдем к составу бленда Peace. Как он прекрасно называется? Мир, он и есть мир. Мир в душе, мир снаружи, мир вокруг. Первая нота идет ветивер. Обзор, кстати, на все эфирные масла вы уже можете получить по ссылкам. Отдельно, если хотите ввести их в свою жизнь. Для меня ветивер – это внутренний стержень, это очень сильная опора. Это понимание, что ты связан со всем и есть внутри силы, на которые можно буквально опереться. Для меня ветивер – это выбор, это ключ. И по диагностике всегда он мне нравится больше всего. Это моя генетически заданная формула. Второе эфирное масло в смеси – это лаванда. Лаванда – чистейший релаксант. То, что заставляет просто выдохнуть. И как раз лаванда снижает кортизол быстрее всех эфирных масел, заставляя ровно дышать, глубоко дышать, полной грудью, отпуская ситуацию, сохраняя близость и чуткость. Наша задача не стать черствыми и сделать так, чтобы сердце было открыто. Вот эфирные масла – это прямой короткий путь. Эфирное масло иланг-иланг. Прекрасный божественный цветок, запах и аромат которого знаем практически мы все. Иланг-иланг – это тоже сильный релаксант с легким стимулирующим эффектом, поднимающим либидо, это нашу внутреннюю энергию, так, чтобы мы от подавляющих факторов не расстилались от бессилия, а наоборот, с легкостью воспринимали себя, пусть это будет слово сказано, с оптимизмом смотрели на всю нашу жизнь. Ведь сейчас это одно, а в исторической перспективе совсем по-другому все смотрится. Поэтому нам нужно видеть себя полностью и работать с психикой на всех уровнях. Вот для этого существуют такие ресурсные смеси. Идем дальше. Конечно, в составе есть ладан. Ладан – это тот эфир, который снимает чувство вины моментально. Вы наносите на область сердца, можно в чистом виде, можно как раз в смеси PIS. И вы делаете ингаляцию, это происходит быстро, вы дышите и отпускаете те моменты, за которые вы не можете напрямую отвечать, не имеете возможности повлиять на события. Вы понимаете ход течения времени, и с этим нужно справиться. Опять же, не закрывая свое сердце. И будучи открытым миру, мы можем как раз его менять, но уже в другом ключе, в другом понимании. А психика должна адаптироваться к этому. Поэтому здесь есть шалфей мускатный и майоран. Это те эфирные масла, которые как раз отвечают за адаптацию. Шалфей мускатный – это вообще женское начало, это масло принятия и очень сильное воздействие на гормональный фон, когда мы должны быть в балансе, какие бы гормоны на нас не влияли прямо сейчас из-за агрессии, из-за страха, из-за внешнего воздействия и так далее. Внутреннее сопротивление и блокировка – это тоже неблагоприятный гормональный фон. Оказывается, даже тяжелые ситуации мы должны принимать всем телом, всей душой, проживать их по-настоящему, чтобы наше тело не накапливало блоки. Человек для этого сюда пришел. Это наша миссия – прожить все уровни, научиться с этим справляться и расцветать даже на этом фоне. И я бы сказала, благодаря этому фону. Майоран – это очень сильная специя, пряность, которая позволяет буквально разогнать кровоток, лимфоток. Это сильная специя, которая используется в массажных практиках. И майоран – это разогрев всего тела изнутри за счет сильного кровотока. Очень приятное эфирное масло для массажей. И самое главное, это жизнь, это ощущение, вот я здесь, вот я тут, и моя задача, что должна, то и делаю. Интересное сочетание, которое позволяет себя увидеть со всех сторон, даже не вынося в осознание, а просто проживая всем телом. Есть еще интересное эфирное масло Цистус. Это культовая группа, которая позволяет осмотреться, видеть общую картину, буквально выйти из своего контекста чуть шире и дальше. Мир, он того и требует. Что-то нам может быть недоступно. И космос – это все-таки не хаос. Это очень понятная структура, божественная структура, которая нам не всегда понятна. И мы участвуем в этой, ну, незначительной роли, но так или иначе мы в ней уже. Шире смотреть на мир – это очень хорошая благость внутри и, самое главное, трансляция правильных намерений и правильных взаимоотношений. Прямо сейчас. И за это прямо сейчас отвечает мята.
Причем садовая мята сладкая, тонкая. Тот сильнейший адаптоген, который позволителен всем нам. За секунды мы переключаемся. Если вы брали в руках листок мяты, терли, вы можете ощутить эту свежесть, свежесть восприятия. Вы можете заново себя буквально загрузить, ну, в смысле, прогрузить, подгрузить новый мир, не опираясь на какие-то старые, уже не нужные паттерны. И самое главное, не накапливая злобу, агрессию, обиду, разочарование. Вот этот раскол, который сейчас может произойти в душе и в теле по любым причинам. По причинам внешних воздействий, эмоциональных воздействий, взаимоотношений в семье, как угодно. Берите любой источник разрушения и лечитесь с помощью эфирных масел. Я не побоюсь этого слова, это целительство в большом виде. Мята как большой ключ, как точка очень яркая, акцентом идет в смеси peace для того, чтобы мы умели переключаться и не накапливали, а наоборот развивались. Это функция наших нейронов, мы развиваемся каждую секунду. И тащить за собой старые рюкзаки или защищаясь от пространства, это серьезная нагрузка на всю психику. И чем больше таких противоречий, тем сложнее нам дальше продвигаться. Невозможно расти, если ты не отпустил и не принял все, что есть рядом. Даже те ситуации, с которыми мы категорически не согласны, мы их тоже, оказывается, должны принять. Вот как есть. И, конечно, быть деятелем. Это смесь не для того, чтобы расслабиться и раствориться в пространстве и уйти в некий дзен. Нет, это очень конкретная смесь, которая мобилизирует, заставляет тело чувствовать жизнь здесь и сейчас, действовать то, что должно, но не внося сюда никакие дополнительные смыслы в виде агрессии, злобы и так далее, а быть продуктивным. Вот что такое смесь PIS для меня и для всех, кто ее применяет. Как использовать? Самое главное. Я обожаю наносить на зону грудной клетки. Все, это уже ингаляция. Классно дышать с ладоней, даже из пузырька. Это божественное начало в чистом виде. Очень люблю наносить на затылок. Иланг-иланг. Если я вдруг разогреваюсь телом, я чувствую его. У меня обволакивает. Ну и все эфирные масла, конечно, очень ярко проявляются. Можно наносить на запястье и там, где пульс близко подходит к нашей коже. Мы его можем ощущать. Вот и все. Да, вы можете капнуть в диффузор, и абсолютно по-другому смесь будет раскрываться для вас. Или же вы можете капнуть в ополаскиватель для волос и принять благостный душ. И вы будете ощущать этот аромат весь день на себе. Это прекрасно. Обратите внимание на эфирные масла как на инструмент изменения себя и изменения состояния тех, кто рядом. Сейчас слово не имеет значения. Сейчас слова только раздражают и просто накручивают до предела. Попробуйте выстроить взаимоотношения с собой и с миром через эфирные масла. Нам не обязательно все вводить в сознание. Через тело мы можем адаптироваться и запустить очень правильные посылы для тех, кто с нами рядом. Вы можете носить эфирное масло на себе и также влиять на ситуацию. Вы можете включать диффузор намеренно, создавая нужный фон эмоциональный. Там, где играет смесь peace, в диффузоре уже невозможно ссориться и входить в какие-то контры. Но эфирные масла – это также и инструмент работы, профессиональный инструмент, через который можно коучить и вести людей. Большой запрос – что делать, как быть? Для всех, кто сопровождает физиологию человека, нутрициологов, коучей разного толка, я рекомендую интегрировать эфирные масла в свою профессиональную деятельность. Для этого вам нужен просто базовый набор эфирных масел, вы можете в описании профиля оставить заявку, и мои помощники сделают вам регистрацию по оптовой цене с эфирными маслами, чтобы у вас был свой заход в магазин, и чтобы вы сами могли любому клиенту, где бы он ни жил, оформить покупку эфирных масел с вашим профитом через ваш ID. Это очень важно, чтобы вы получали дополнительную монетизацию за свою деятельность. И клиенту так будет очень удобно. Более того, ваш клиент может сам оформить покупку этого набора через ваш ID. Вот такая цепочка, она очень правильная. Это работа человек к человеку. Без большой системы, но с очень большой эмпатией. И как работать с таким набором, я даю в пример протокол «Выход из тяжелых жизненных ситуаций». Как применять эфирный бленд PIS, вы уже знаете. А базовый набор, он так и называется, «Семейный доктор»,
можно применять в такой трактовке. Протокол найдите в описании этого видео и научитесь применять эфирные масла прямо сегодня для всех ваших клиентов и для всех близких и родных, кто рядом. Да, мы должны проживать этот период вместе, сообща, но не накапливая тяжелый след. Он нам помешает в развитии. И этот след нужно убирать чем раньше, тем лучше, чтобы он не превратился в неисправимый шрам на наших сердцах и душах. Вот что нужно сделать. Поэтому берите в руки протокол «Выход из тяжелых жизненных ситуаций» и работайте с ним как можно больше, применяя эфирные масла. Это уберет лишние слова и сделает правильное воздействие на нашу психику, на гибкость нейронов и на физиологию мягко, через удовольствие, не влияя напрямую, а очень плавно окутывая и создавая нужную атмосферу и нужную физиологию для того, чтобы органически мы смогли это все пережить. Я верю, что кризисная ситуация — это большие возможности. И есть тысячи примеров в истории, как именно в кризисной ситуации вдруг человечество начинало расцветать. Я считаю, что эфирные масла — это тот фактор принятия, который просто необходим. Его просто не было до этого инструмента в нашем общем профессиональном поле. И так шаг за шагом мы сможем все-таки влиять на общее коллективное, сознательное и бессознательное. Поэтому я вас активно приглашаю в свою команду. Мы занимаемся таким коучингом в ежедневном режиме с большой командой ароматерапевтов, аромапрактиков. Нас уже только в моем личном поле, кто со мной лично связан, больше 10 тысяч человек в структуре. Вы можете присоединиться к этой команде и увидеть, как можно воздействовать на свою психику и те, кто рядом, через эфирные масла, через благостное влияние. Ну и, конечно, не забываем про новостную ленту. Здесь, в YouTube, я провожу образовательные вебинары, где учу применять эфирные масла, разбирая разные протоколы. Не только протокол для выхода из жизненных тяжелых ситуаций, но и разного толка воздействия на себя, протокол детокс, гормональный баланс и так далее. Чтобы не пропустить эти вебинары, поставьте колокольчик, подпишитесь на канал, и тогда вы увидите пуш-уведомление, что Шульга будет в эфире. И да, вы забираете всю информацию себе, пользуясь правильным, надежным контентом. Также мне можно найти по нейму Шульга Раша в любых социальных сетях. Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм, где, да, польза адаптивная, здесь это видеоконтент, там это будет и письменные варианты, и протокольные варианты, что тоже очень важно, если вы этими соцсетями пользуетесь и находитесь там. Не забываем про VPN, он действительно работает, работает хорошо. Если вам нужно открыть все возможности социальных сетей, и вы не закрыты сердцем, для этого, естественно, нам помогает Blend Peace и другие эфирные масла, и ваше открытое видение ситуации, тогда да, вы адаптивны, вы заходите в социум, и вы применяете те техники, к которым готовы прямо сейчас, и вы реализуете свои те самые накопленные навыки, с которыми вы подошли к этой ситуации. Вот и все, что мы делаем день за днем. То, что должен.